Осторожно, берегись. Врача. Позовите врача. Случилось несчастье. Лука был одним из ближайших учеников и помощников апостола Павла. Он сопровождал его в миссионерских путешествиях по Ближнему Востоку и Европе. Книга «Деяния святых апостолов». Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, и Яков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда низринулся, расселось чрево его,
и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля та на отечественном их наречии названа Алкедама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и мидяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг друга, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили: «Они напили сладкого вина». Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов Моих
и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуя меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой.
И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом во храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь ему? Или что смотрите на нас? Как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000.
На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Он есть камень пренебреженный, вами зыждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетные, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Некоторый же муж именем Анани, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, и некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.
Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из ценной земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это, и ставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы, полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, и, выведши их, сказал: «Идите и ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и который с ним пришедший созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражи стоящими перед дверями, но отворивши не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник,
Иоанне, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Вставши в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него, во время переписи, явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам: отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца,
обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторых из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавши, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. И Яков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эмора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых.
В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его. И не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьёю?» Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать вам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отвинули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших, так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих». Какой дом созыждете мне, говорит Господь?
или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстий и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведши за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский. Выдавая себя за кого-то великого, ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божья». И внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого.
Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно вошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможи Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаии, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суть его совершился, но рот его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Савл же еще дыша угрозами убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующему всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?»
Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Он в трепете ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо наделать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом. И, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. И, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающий имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они
покушались убить его. Братья, узнавшие о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Инея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопе, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий?» Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившейся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 4-ногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросившие о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувшись, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их».
Петр сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж светлой одежды и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога“. Петр отверз уста и сказал: «Истинно, познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, избранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопе я молился, и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно,
за четыре угла, спускаемые с неба, и спустилась ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, закали и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, вот ты не почитай нечистым. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали пред домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Бог сказал мне, чтобы я пошел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: «Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохии, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народу Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохии пророки, и один из них по имени Агав, став, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославшие собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.
Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Когда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованных двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опоясься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Яна, называемого Марка, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавший голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. В наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер.